приветствую всех. Вот, значит, после ремонта сейчас еду в Благовещенск, чисто Благовещенск. Вот, одно место погрузки, одно место выгрузки. Платят нормально. Вот так вот, видите, у них тут пандус такой. Это все от прошлой более развитой цивилизации осталось. Вот. Я не знаю, можно было железяку не кидать, и, по-моему, у меня бы как раз вровень было бы. Этим железякам ездить. Ну, попал тут на них, блин, не знаю, с третьего раза, наверное, заехал. Вот сейчас гружусь. Не знаю, часа за два, может, за три закидают. Тут вот палетами все, в принципе, у них. Тут уже почти половину загрузили. Вот она полоска черная. Это половина. Загружаюсь, заправляюсь и сразу лечу в Благовещенск. Постараюсь пораньше завтра быть там, как получится. Сделаем такой короткий рейсик после ремонта, прокатимся, посмотрим. Ничего у нас не отвалится, все нормально. Вот. На Якутию пока ничего нету. Меня, кстати, вот мой менеджер и другой транспортный отдала. Вот 8 утра сегодня позвонили. Говорят, срочно надо. Ну, я вот где-то в начале 11 уже встал на погрузку. Где-то в 10-15, наверное, уже стоял на погрузке. Сейчас время 12 часов дня. Думаю, еще часа 2-3 и загрузят. Все, в общем, быстренько меня загрузили. Время местное 2:30 дня. Хабаровская. Все, я уже заправился. Выезжаем, в общем, из Хабаровска. Если все нормально у нас будет, то завтра с утра уже будем стоять на выгрузке в Благовещенске. Веса у меня где-то 18 тонн, а по кубам кубов 60, будка не полная. Погодка сегодня замечательная днем была. Вообще машиной сегодня тоже собирался поковыряться там, еще кое-какие мелочи подделать. Ну, раз людям срочно надо, значит, повезем. Там у нас что-то вроде музея. Старый мост. Паровоз старый. Подъезжаем мы вон к той будочке, где у нас несменный охранник там. Да, все в той же позе, с опущенной головой. Вот, пожалуйста, вот он, наш манекен стоит. Интересно, какая у него зарплата. Кто давно не ездил в Хабаровск, поедете, если, то это после Смедовича и до Хабаровска стоит много камер. Ну, вообще, вот от Биробиджана, да, вот, от Биробиджана и до Хабаровска, в общем, не нарушайте, не превышайте. Очень много камер стоит, которые работают на скорость. Так что аккуратней. В светлое время суток они... С утра до вечера там много выездных машинок гражданских. Ну и так на столбах в деревнях тоже понавешивали кучу камер. Так что аккуратней.
пробежался, нормально все. Ступицы холодненькие, а так еле-еле теплые. Голова у меня пригружена больше, чем телега на прицепе, поэтому нормально все работает у нас. Сейчас мы в объект Мэжо сходим. Пойду что-нибудь попить куплю в дорогу. Вот они, перегонщики. Морды залеплены. Просто мотор не продувается. Без пробега по России и ни разу не перегретые. Так, ну взял чай. Такой вот липтон и вот такую фигню. Проезжаю Теплоозерск. Тут вот та долина красивая. Короче, полыхает вся огнем. Сейчас здесь слева деревья, не видно, сейчас я подымусь. Подломился. В общем, стоим, ждем клиентов, когда проснулся, да, соизволят прийти на работу. Время местное 8:30 утра. Вот мы пока позавтракаем вот такой штучкой. Что-то типа шоколадного пудинга. Так, ну все, подошли они все вовремя, значит, все, пломбу сфотали, все нормально, ворота открыл.
Все, пусть выгружает. Я сейчас в офис схожу, документы отдам. И все, будем ждать конца выгрузки. Так, все, документы отдал, сказали, потом все подпишут, отдадут. Вот, транспортная компания Берг. На вот таких вольваках с такими площадочками бегает. Вот такие вот у них контейнера. Вот они приехали. Там пустой или полный скинули, другой зацепили. Так вот заезжает под него. Этих контейнеров свои лапы. Направляйки там есть. Главное попасть. Вот эти вот ролики, они как направляйки идут сзади и спереди. Но они возят там по три прицепа цепляют. Вон он, у него еще один третий прицеп, потом с тремя прицепами пришел. Тоже все эти склады, да, рампы, наследие прошлой развитой цивилизации. Здесь рампа заасфальтирована, так до слоя асфальта еще такой, что на дороге, по-моему, меньше ложат сейчас. Ну и ладно, в общем, выгружаемся, стоим. Так, ну все, быстренько меня выгрузили за 2 часа. Время местное 11 утра, хабаровская 12. Все, мчимся на выезд из Благовещенска. Так, мы сейчас по улице Конная едем. Сейчас на Театралку направо и на выезд. Спускаемся к Архаре, к повороту. Кто-то там его хотел увидеть. Вон, смотрите. Горело, да, значит, вон черное пятно. По
посередине все выгорело. Красивое место. Я думал, там вообще все печально будет, но вроде не полыхает больше. Добрался до Хабаровска. Заезжаем на мост. На той стороне у нас Хабаровск светится. Все, сейчас до базы и домой. Время местное 9 часов вечера. Рейс у меня ушло ровно 30 часов. Вот у нас в этой будочке наш несменный охранник стоит. Приехал, значит, на базу. Сегодня у нас понедельник, выходной. Вот, значит, что мы тут видим? Андрюха с Саньком тут стоят у нас. У нас базу расширяют. Вот здесь вот. Вон они сидят у Санька. Тарахтят. Давай, выходи. Выходи. Андрюха, молодец. Такая вся морда грязная. Даже номер не протирал. Главное, фредлайнер и классик. Так, ну что у нас? Вот следующий день наступил. Санек выскочил. Поедем сейчас металл искать, чтобы лапы делать. Покатаемся. Вот, лапы уже все купил. Сейчас мы тут за металлом съездим, поищем, где подешевле у кого. Закажем. Вот. Может, сам привезу. Посмотрим. Ну и уже буду снимать ремонт. Мотор. Поехал, да? Ага, вот у нас тут такая трапеза перед работой. Такой скромненький столик. Санек, больше бери. Черпанул. Маш, да. Да я мажу, да ты не мажешь, накладываешь, да? Да ты кусками ложишь. Да. Так, ладно, вот что у нас сейчас обед. Уже металл все взяли. Сейчас подкрепимся и пойдем ломать прицеп дальше. Андрюх, привет, привет и передавай. А, ты снимаешь? Конечно. Я спалюсь обратно, это обратно ты спалю. Ну давай, давай, пока снимайтесь, я тут. Все, нормально, всем жмем руку, короче, да. Там, главное, дяди Паши привет. Ну да, всем пацанам нормальным, конечно, да. А то я там фото скинул, говорю, всем нормальным пацанам привет, а мне засыпали. А кто такие нормальные, кто такие ненормальные? Разделил. Ну, да, я не знаю, сами каждый знает, кто нормальный, кто нет, короче, да. Сами отсеетесь, да? Да, так что так вот, всем привет. Ладно, все, приятного нам аппетита, кушаем мы. А дядя Паша на Аляску съездил, да? Да, он съездил, да, вернулся, да. Он стримил. Показывал вообще. Я там на пару стримов попал. Это. Он сказал тебе и Андрюхе привет. А Андрею вообще привет. Вот я тебе привет от дяди Паши передаю. Конечно, так что ты давай, спасибо, дяди да. Паше теперь привет. Да, дяди Паше тоже от нас привет очень большой, да. Жмем руку, да. Как бы уважаемый человек, старше нас, да. Старших уважать надо, да. Поэтому уважаем дядю Пашу. Следим за движением. Да, да, следим обязательно, да. Мы за вами, вы за нами, как бы, да. Нормально. Так что так. Ладно, все. Приятного нам аппетита, давай, кушаем. Вон Санёк, видишь, как уплетает. Наяривает, короче. Давай, болтайте, я пока туда чуть-чуть. Ну всё, значит, приступили к работе. Вот металл лежит. Вот это пока все. Вот сюда вот, получается, перемычки сразу. Даже вот эти вот, которые целые, вот отсюда будем менять. Вот здесь вот еще одну Саня поставит. Вот, получается, отсюда все перемычки будут заменены. И до
до бака. Вот, до вот этой. Вот. Типа подрамника вот такого будет сделано. Внутри из вот таких полосочек. И вот, вот эти вот все перемычки будут к ним приварены. Ну, потом по ходу буду снимать, показывать, как это все будет выглядеть. Вот, сами вот эти пластины от лап. Все свое останется. Вот. Уголки только новые, которые поверху идут. Поставим. Лапы новые поставим. Ну, в общем, все по ходу буду снимать. Вот сейчас болты срезаем. Родные, блин, вот эти вот. Вот тут клепки. А здесь уже мененые болты. Вот эти попроще. Вот, а вот эти вот такие болты под внутреннюю звездочку. Вот они такие, типа как каленые, прочные. Вот, в общем, все, ремонт начался. Вот здесь вот Санек уже устал махать кувалдой. Там он Андрюха крутит. Да, Андрюха? Ну и у меня самая тяжелая работа, это тут все снять и вам показать. Вот. В общем, все линии подцеплял уже, воздушную трассу, вот, провода. Ну, всю проводку я уже поменяю, потом тоже новый кабель кину на прицеп. Пятижильный кабель. Кабель надо хороший взять, тоже поменяю все. Вот, в общем, занимаемся ремонтом, пока погода позволяет. Ну все, уже темнеет, все, мы все вытащили. Буквально это, за сколько мы, за час, да, управились, полтора? Да больше собирались, да, зачем больше работать. Переодевались. Самое трудное в этой работе, Саня, это переодеться. Я переодетый был. Саня упакован. И начать. Вот они. Перемычки тут с лапами. Все. Ну, уже темнеет, уже не видно. Света нету. Вот они перемычки. Сейчас покажи. То, что вам делается, да, короче? А вот это почему у нас не били? А мы ее это что-то, по-моему, не били по ней, да? Еще одна балка там осталась, но она уж выбить только осталась. Ну и вот они эти, где бак. Две перемычки. Вот, под прицепом, как это выглядит так. Где свет? Фонарь. Просветим. Покажем ребятам, как. Ну вот, получается, вот отсюда. Здесь все отлично у нас. Тут еще родные даже стоят. Алюмишки. Что погас? Блин, долбанный. Вот долбанный телефон. Так, сейчас перезапустим. Наступил, значит, следующий день у нас. Сейчас там Санек с Андрюхой переоденутся, подойдут. Вот что мы вчера вытащили. Все это сломанное, поломанное железо. Там перемычки еще нормальные есть. Какие-нибудь еще обратно пойдут. Вот так вот это под машиной все выглядит. Вот. Надо будет еще гладкий лист взять. Все это здесь листом закрыть. Перед тем, как подрамник загонять. Ну вот эта балка тоже снимется. Тут что-то вчера уже не стали по ночи ничего делать. С той стороны все выбито. Вот на одном болте она тут держится. В общем, выбьем. И пойдут перемычки вот отсюда. Вот здесь не было перемычки. Вот, а мы поставим, пойдут они отсюда. Вот так вот. Процесс идет. Санек режет новые лапы. Короче, ну, длинные они, длинноватые. Вот эту всю подошву сняли. Сейчас обрежем. И как вот на тех, такую же пластину наварим. А то слишком низко висеть будет. Андрюха тут при помощи топора ремонтирует прицеп. Без топора вообще никак. Не буду. Иди просто ради интереса. Я не умею. Ладно, попробовал. Давай. Давай, иди вари. Иди, не пойду. Это вот он, короче, хочет
чтобы я там закосячил, чтобы если лапы отвалятся, он на меня свалится. Нормальный ход, да? Да. Так, что-то я, короче, тут забываю снимать все это дело по ходу. И вот у нас уже вот так вот, вот это вот уже все, вот эти две только проварены, а вот это еще проварено, это прихвачено, вот это прихвачено. Сейчас мы тут еще две балки приварим, все это проварим, и уже пойдут пластины вот так вот боковые сюда навариваться. Вот. Так что процесс идет. Ну тут такие вот, это вот родные облегченные стоят, вот это тоже родная стоит, вот это вот траверса, швеллер, тут швеллер и еще один швеллер вот здесь вот будет. Вот получается, вот этот будет вот где от рундука, вот здесь вот. И здесь после этого у нас получается еще перемычек. Вот эта вот перемычка вот сюда будет прикручиваться. И здесь еще получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 перемычек. Вот. В общем, процесс идет. Сейчас это все обварим. Ну и уже, я не знаю, посмотрим по времени. Сейчас уже стемнеет. Через час темно будет. Сейчас все обварим, наверное, как раз. И все, и завтра уже будем пластины эти приваривать сюда. Ну как будем, Саньку а помогать будем. Да, он уже не дымит так. То там, вон он, терминатор стоит с поднятой кабиной. У него двигатель ЕМЗ. Вот они его тут что-то ковыряют, сейчас завели. Тут завесу дымовую пустил. Ты приближаешь, да, Саню? Не, у меня тут, по-моему, нету. А может, есть. Тут это интереснее работа. Так, наступил следующий день. Вот, зима настала у нас. Снежочек тут присыпает. Вот такую вот хрень мы сделали. Такая конструкция тут уже почти готовая. Осталось еще тут 4 перемычки сделать. Вот и все. И можно это все под машину загонять. Так вот ровненько это все получается. Вот Андрюха с Саней довольные. Смотрите на их веселые лица. Все злые, никакого настроения нет. Это тепло нормально, да? Да, вчера еще как-то более-менее. Вчера плюс 5 было, солнышко светило весь день. А сегодня зима. Съездил я, значит, за обедом сейчас. Сейчас будем обедать. Вот такая погода в Хабаровске замечательная. Начало ноября. Сейчас тут где-то... А, вон он. Слева столб обнял. Куда-то торопился походу. Так, ну вот она, в принципе, конструкция уже вот так вот будет выглядеть. Все, уже больше ничего не будет навариваться. Вот сейчас только это все надо обварить. Все, на прихваточках все это дело. Вот, смотрите, что все ровненько, все отличненько. Вот. Варить, ну и, блин, ну не знаю, наверное, завтра все это будет запихиваться туда под машину, подниматься вверх лапами и сверлиться, и прикручиваться. В общем, весит она нехило так. Даже пустынная рабуксовать не будет. Вот такой вот подрамник получился у нас.
получается восьмерочка швеллер, так как там колеса идут задние, чтобы колесами не цеплять, он чуть поменьше. Вот, а отсюда уже десятка пошел. Это 4 восьмерки, если десятка. Швеллер, траверс, все подряд. Две перемычки родные поставили металлические, чтобы все полегче было. Вроде снежочек немножко перестал идти, но навалил, навалило снега. Вот такие болты будут, вот они вот так вот будут красиво выглядеть с наружной стороны. 30-й квадрат, ну этот квадрат в алюминий залезет, там у нас дальше металл пятерка и как раз на две гайки, вот. Одной затянуть, второй законтрить, вот, получается 120 болтов вот таких вот взяли на две стороны, вот. Ну а там где усиление, там обычные, все тут вот шайбочки, все гаечки, все это на по весу продавалось, на развес. Вот в одном магазине мы забрали что-то там 90, по-моему, болтов забрали все, потом поехали в другой, вот еще докупили опять таких же, вот взяли сверла шестерочка 11 и обычные, обычные вот они вот такие вот, там где металл идет, уже наружнее усиление кто-то делал там до нас, вот такими там стянем, вот, ну и сверла шестерочки бошевские и 11 бошевские, дорогие сверла по 500 рублей, вот такое 11 по 500 рублей одно сверло, посмотрим насколько хватит. Саня нас ругал, что мы взяли такие дорогие, и вот такое одно на пробу взяли, зубр, еще как оно пойдет, не знаю, если мы их сейчас загубим, эти сверла, то поездим, возьмем и а я не курю, сейчас у Санька возьму зажигалку и это, поедем советские возьмем, тут где-то, видать, с госрезерва где-то склад бомбанули, продают прям с клеймом СССР. Санек, дай огниво, передай привет людям. Все, как оно, ты ж хотел подводным сварщиком стать. Вчера ж ты мечтал, осталось, говоришь, только научиться варить под водой, вот. Так, ну что, все готово, только единственное, обработать не получилось, тут дождик моросит. Потом уже, когда поставим, уже цинкарем обработаю и закрашу. Значит, сейчас мы что, поставили на рохлю один край, сейчас Санек будет тянуть, а мы с Андрюхой будем приподнимать и толкать. Загонять, вот немножко отъехал, чтобы там ни колеса, ничего не мешало. В общем, сейчас будем вот в этом болоте. Ну, давай, давай, палка, поехали, чё? Сань, ты вот голову засыпись. Так, ну все. Вот так вот сейчас примерно покажу, как это выглядит. Чё ты? Вот они вдвоем ее закатывают. Вот таким вот образом. Раз, 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 и все, и она там. Спокойненько, не тяжело. Так, ладно, все, выключаюсь тут. Надо помогать рулить. Да, Андрюх, надо помогать? Назад. Назад ты. Так, ладно, выключу, сейчас надо тут выровнять ее, попасть. Так, ну что, как выяснилось, лапы рабочие. Вот Андрюха сейчас на второй скорости крутит. Вся конструкция у нас поднимается. Вот сейчас подымем, ну и будем равнять все там. Там домкратами, тут лапами. Все это поднимать. Еще и лист надо тут кинуть, закрыть вон там все эти доски. Так, ну что, значит, мы вот это все притянули левую сторону вот. Вот еще осталось сколько, вот отсюда и вот до сюда. Сейчас мы правую сторону также притянем, такое же расстояние, чтобы тут у нас криво-косо ничего не пошло. Так, и да, вот в такой вот грязи опять мы тут работаем. Переставили нас с Лехой тут, оттуда, блин, в грязь поставили.
Так, ну и вот так вот домкратиком тут поднимаем. Сейчас тут 8 болтов поставим, домкрат сюда переставим, еще подожмем. В общем, потихонечку процесс двигается. Так, ну что у нас уже? Все, подрамник готов, прикручен, уже прицеп на лапах стоит, расцепился. Сейчас Санек тут немножко модифицирует ручку, улучшит ее. Вот, все это потом все швы закрасим, обработаем. Вот так вот это все у нас тут выглядит. Замечательно, тоже еще ничего не обрабатывал. Пока тут другой работы хватает. Сейчас надо линии воздушные, проводку провести. Вот. Энергач Санек сейчас пластину там приварит, которая у меня вырвана была. Еще Сахалина. Вот. Так что пока еще стоим. Уже неделю, уже даже две, наверное, недели стою. Так что надо уже на этой неделе заканчивать и куда-нибудь двигаться. Я сейчас занимаюсь тут вот эту вот всю хрень тут меняю. Сейчас уже кабель новый подсоединил. Все уже там завел, все соединил. Вот новый кабель пятижильный пойдет. Вот. Вот эти вот соединения все поменяю, новые поставлю. Вот у себя на шлангах тоже вот здесь вот. Вот эти вот заменю, тоже новенькие поставлю, чтобы уже не лазить туда по 10 раз. Вот. Так что, ну, в принципе, с лапами все, ремонт завершен. Вот. Все получилось довольно-таки бюджетно. Так что, все готово, можно штурмовать Якутию дальше. Санек дал гарантию 50 тонн на седло спокойно. Там подрамник у нас получился вот от плиты. Вот здесь плита идет вот до сюда. И подрамник пошел от плиты. Это вот все подрамник идет. И вот до сих она. Да, вот до сюда, вот она. А заканчивается где? Что это место усилено конкретно. Да, Сань, 50 тонн на седло? Вчера же ты говорил, гарантия 50 тонн на седло. 60 даже. Ну, вот видите, все. Саня сказал 60, значит, можно 60.